Константин Захаров. Добрый день. Только что забрали посылку от вас с почты. Огромное вам спасибо за доброе напутствие. Шокированы косточками абрикоса. Начало июля, абрикос уже поспел. Это тот самый, помните, я человеку выслал? От Чернобаева, да? Мой байер был привит у него. Привит был на маньчжурские абрикосы. Потом, значит, он начал плодоносить. Косточки он посадил. Получил бай. Но одно из четырех деревьев оказалось абсолютно не похоже. В конце июня заплодоносило, поспело. Абсолютно другое. И вот взял уважаемый Константин Захаров и заказал косточки. И теперь он пишет. Шокированы косточки в начале июля. Вот. Сережа, сын, по ночам, днем плюс 40, черенкует кустарники по вашей книге. Ну вот, видите, книга пригодилась. Вот. Только их очень-очень плохо покупают. Пока все выглядят бодрым. Так, ну-ка, секунды. Вот, кто-то что-то написал, а вдруг про нас. Нет, кто-то фотографии прислал. Ну, это как раз наступает время, особое время, время моего триумфа, лично моего. Я в этом году получу несколько сотен, это самые малые фотографии, плодоносящими абрикосами, яблоками, грушами, сливами и так далее. Вот, это мой триумф. Причем 100% триумф, и никаких неудач нет и быть не может. Так, я имею в виду, не считая, может быть, каких-то нескольких процентов. Так, черенкует кустарники, здорово. Простите, пожалуйста, несвоевременно реагирую на письма. Вот. А, вот что, Захарова, Курганская область. Я взял, мы сейчас, правда, на этом закончим. Вот, мы сейчас с вами посмотрим, что он заказал. Дело в том, что, что я мог, то выслал как бы первый в этот, чтобы быстрее ознакомиться. Все диски, это 20 дисков. Книга «Северный сад», электронная версия. Записки зачарованного садовода. Две бумажные книги заказали. Диана, это не ты уходишь? Нет, что-то дверь хлопнула. Так, записки зачарованного садовода, две бумажные книги. Брошюра, 4 экземпляра. Садоводство 21 веке. А садоводство до избранной судьбой, я сказал, обращайтесь к Павлу Троценко. Я не стал даже реагировать на это. То есть вы думали, что мне заплатите, а я вышел. Нет, только через Павла. Лента 3 штуки, я вышел 4 штуки. Вот, они были последними, ну, 5 обещал, не смог, но 4 выслал. Вот, и, наконец, я выслал. Сейчас я комментирую. Персик уже опоздали, вам не будет, не такой большой урожай, а желающих полстраны. Так, и вот я выслал, потом будет абрикосы, все в наличии, по 10 штук будет 30 разных наименований. Вот, потом вы просите, а это я специально, почему я акцентирую, и вам объясню, да, уважаемые Захаровы, и всем, вам нужно супер абрикос клон Серафима. В этом году он по размеру, вот помните фотографии вот эти вот чудо. В этом году он по размеру не отличается ни от всех, и у него размер будет, ну, от силы 40-50 грамм. То есть он не то, что перешел в разряд заурядных, но так получилось, что этот вот особый супер, значит, засуха, вот супер урожай, урожай огромный, и я этим страдаю. Как я буду доказывать, что вот такие косточки это от королевского? Вот, помните, какие огромные косточки ему посылал, друзья? И вот получается, что если вы мне потом напишите отдельно, что да бог с ним, что мелкие косточки, это не факт, что они за один год одичали. Это результат особых условий. Еще раз, вот это страшный, огромный урожай измельчавших плодов, и никогда не скрывая проблемы, возможно, предвестие будущих катаклизмов. Потому что Западная Европа, люди падают и умирают на улицах. Помните, на улицах пожарники шлангами их поливают, чтобы до дома дошли. Прямо вот как в одежде с мобиликой, прямо по ним льют этим водой, чтобы хоть чуть-чуть остудить людей. Вот, вот. И там же было сказано,
Урожай под угрозой. Скорее всего, засуха продолжается, урожая у них не будет. А отсюда цены, голод. Что нас ждет, я не знаю. Но я бы абрикосами, косиками, запасе бы все равно. Если природа дала такой особо уникальный урожай, то только для того, чтобы мы им пользовались. В данном случае не люди, а природа. Впереди ждут катаклизмы. Так, ну и, пожалуй, сами видите, заказ серьезный, заказ солидный. Все это я ему вышлю. Все сорта абрикосов, вот, вишен, слив, орехов. Вот я, наверное, нет, не удержусь. Вот домашняя лаборатория того же самого Алексея Алексея, который смог доказать, что у его сестры сеянцы по 50 грамм вкуснейшие. Его еще, и вот эти вот его журналы, ой, господи, это «Наука и жизнь», вот видите, это он же, и, наконец, его лаборатория. Вот она, видели? Вот она. Пожалуйста, ничего не скрывает, вот молодец. Вот молодец. Знаете, когда крутейшего садовода пытал этот самый, как это вы добились, что у груш такой маленький миниатюрный корень? У них же корень все живой. Вот, расскажите. А он загадочно молчит, и это все, чего добился журналист от ученого. А это не ученый. Это просто садовод-любитель. Вот. Валерий Костинович, вот пробую укоренить вашу шелковицу железу и в домашних условиях. Укоренитель Карневин. В квартире все под контролем. Через пару дней будет виден результат. С уважением, Алексей Алексей Челябинск. Забыл, какой у вас опять забыл. Какое у вас образование? Вот. Так, и подарил ваш саженец. Уже саженец, это свежее письмо. Абрикосов своей сестре. Вот ее восторг. Спасибо не мне, спасибо Сергею Железову. Фаина крупная, сладкая, мясистая. Шикарная, внуки балдеют. Ну как вам? И вот вы думаете, как? Если бы мне сказали, не называя Фаиной. Константинович, вот мы потеряли, как многие, бумажку, бирку. Что это? Ни в жизни бы не догадался, что это Фаина. Расползлась под все цвета радуги. Неустойчивый гибрид, а это даже лучше. Пусть в каждом регионе будет такая, какая будет. Все, друзья, я заканчиваю. Я уже больше дальше листать. А, на всякий случай, вот с этой фейны началось. Вот это первое дерево, первое уже 2008 год. Вот это 2016, нет, 2000, да, 2016 год. Прошло 8 лет. Узнаете? Я тоже нет. Неустойчивый гибрид, их не может быть. Вегетативная гибридизация – это уже наука. Правильно, они так быстро меняются, что хрен что докажешь. Я уж по-простому.